Здравствуйте, дорогие человеки! С вами ваша погодная девочка Снежана Туманова и прогноз будущего на 2 апреля. Шутить не буду, погода на самом деле хорошая. В Ставрополе ожидается теплая погода, температура воздуха будет колебаться от 22 до 8. В городе малооблачно, ветер 4 метра в секунду. В городах Кавказских минеральных вод также будет тепло. Температура воздуха составит от 22 до 4, будет ясно, ветер 4 метра в секунду. В Дивном ожидается переменная облачность, температура воздуха составит от 22 до 5, ветер 6 метров в секунду. В Буденновске также переменная облачность, но температура воздуха будет ниже, от 20 до 4. Ветер 5 метров в секунду. В Черкесске ясно, температура воздуха от 24 до 7, ветер 4 метра в секунду. В Домбае ясно, температура от 13 до 3, ветер 1 метр в секунду. В Нальчике переменная облачность, температура от 22 до 6, ветер 3 метра в секунду. В Тырныаузе также переменная облачность, температура от 16 до 4, ветер 3 метра в секунду. Во Владикавказе и Феогдоне переменная облачность, температура от 22 до 6, ветер 3 метра в секунду. В Грозном ясно, температура от 20 до 6, ветер 3 метра в секунду. В Махачкале переменная облачность, температура от 12 до 8, ветер 8 метров в секунду. В Дербенте пасмурно, температура от 12 до 7, ветер 4 метра в секунду. Надеюсь, человекам понравился мой прогноз. А вы нравитесь мне, человеки. Я Снежана Туманова, увидимся.